Вот это черемуха. Вонючий канал. Вчера в это время прекратил съемку из-за того, что звонок был по телефону от Гали. Вот на этом месте я прекратил съемку. А сегодня я повторяю. Этот мигает еще. Вот какая черемуха здесь растет. Ягод никогда не бывает, но зато цветы могучие. Сейчас обратную сторону пойду, чтобы только солнце не мешало мне. Вот эта черемуха около вонючей канала. Не бывает ей здесь ягод, не бывает. Вот уже и цветочки кончились. И на этом я закончу съемку. Пока мигал. Вот опять тестирование видеокамеры. Сегодня включил в лесу ее. Она ругается чего-то там насчет памяти. Ну, прекратил. Пришел домой. На заряд поставил аккумулятор внутренний. Он заряжался. Опять я включил. Камера опять ругается насчет памяти. Ну ладно, я взял, посмотрел на эту флешку в компьютере. Вроде бы памяти там навалом. Опять вставил, сюда включил, а оно уже не ругается. Ну ладно, думаю, придется опять. И вот сейчас отключил, все нормально, записывается. Лампочка мигает. Я записываю все тот же каштан, который 3 дня назад я его фотографировал. Что-то долго распускается, очень долго распускается цветы. Камера-то слепая, дисплей-то не работает. Я просто так направление держу на это, на каштан. А сейчас ветра нету и неинтересно, что каштан не шевелится. Вот какие-то ветерок появился. Если б я умел дуть ветер, я бы надул. Вот. В рамках тестирования опять надоевший видео каштана с балкона. Ну и хватит, наговорил. Нажал, ветра никак не могу дождаться. Надо научиться говорить. Я не умею говорить во время съемки. Надо учиться. Ну давай. Я тихо. Поколыхнись чуть-чуть. Заканчиваю съемку.